для самостоятельной работы тот же самый элемент. Становимся перед мешком, ставим оружие, либо кулак, либо это, если есть нож, мы ставим, чтобы прочувствовать. Поставили и в какой-то момент взорвались. Опять же, не надо оттягиваться, не надо готовить. Вот где вы есть, вы приставили, ударили. Здесь можно поиграть с дистанцией. Либо это дистанция клинча, вы встали плотно и отсюда взорвались. Либо вы встали чуть дальше, рука почти разорвана и отсюда взорвались. Следующим этапом, соответственно, будет мы становимся на дистанцию, уже не касаясь. Здесь можно даже визуально отслеживать действия собственных рук. Вы смотрите на руку, она полетела сразу вперед. То есть, чтобы вы обратили внимание, что у вас нет замаха, нет подготовки, нет оттяжки. Вот вы стоите сразу в цель. Сразу в цель. Независимо от положения, бьем сразу в цель. Следующим моментом, которому стоит уделить внимание, это перемещение, чтобы вы не привыкали. Жесткая подстановка, разрыв дистанции. Ушли. Не оставаться на месте. Мы противника остановили и сработали на ногах. После этого мы добавляем второй удар. То есть вернулись. Рука летит сразу в цель. Уходим мы ровно для того, что мы не надеемся, что противник ограничится одиночной атакой. Скорее всего, это будет два или более ударов. Чтобы не произошло второго, третьего удара, мы становимся более выгодным для себя положением. Поэтому бам, бам. И вернулись.